Всем привет, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Вы на канале Нефрайт387. И с вами лицемер, лунатик, фанатик, еретик, то бишь Нефрит. И сегодня мы продолжаем прохождение Duke Nukem Forever. Да, давно я за него не брался. Давно я его не проходил. Всех, кстати, поздравляю с наступающим 9 мая, с Днем Победы. Желаю успеха во всем. Добивайтесь всего то, чего вы добиваетесь. И главное, помните о наших дедах. Как говорится, спасибо деду за победу. Ну и так, немного хотел сказать еще про чиновников и депутатов наших. Знали бы вы, чего они дарят нашим ветеранам? Какую-то сраную чекушку водки, государь, в заказ, которую пить невозможно, это пойло. Потом палку сервелата, самого дешевого. Сыр плавленый. И коробку конфет либо зефирки. Коробка конфет, птичье молоко. Блять, вы понимаете, люди, которые давали, блядь, свою жизнь, чтобы вот эти жирные жопы, сидели сейчас, блядь, на своих толстых креслах, блядь, и жрали всякую вкуснятину. Ветераны, блядь, подыхайте побыстрее, блядь, чтобы вам пенсию не платить. Вот просто слов нету. Вот охота так сказать, просто чиновники. Да, блять, в аду ваши жирные жопы будут ебаться этой же колбасой, вам палку в эту вашу жирную жопу засунут этого сервелата, блять, в рот будут вот это пойло вливать, которое вы продаете ветеранам. Хуеплеты ебаные. Просто, блять, обидно за людей, за ветеранов, которые жизнь свою давали, блять, а эти черные, как говорится, толстосум, толстожобли, который сидит и говорит: «Я, блядь, царь, у меня денег все время мало, получает миллионами, блять, гробастают, пиздят, воруют». А ветеранов им похер. Шупи, главное, всю свою жопу прикрыть. Ну ничего, вам в аду, блядь, вас выебут этой палкой. Я уверен на 100%. С Днем Победы, чиновники. В аду вам гореть, пидорасы ебаные. Ну а мы, ребят, все-таки начинаем, да. Да, не забываем ставить люба. Тем, кто не подписался на мой канал, обязательно подписываться. Ну и, конечно же, оставляйте ваши комментарии под данным видео. И вступайте в наши группы. Ну сейчас, блядь, я посмотрю, что в нем будет. Как что пройдет. Поехали. Долговато. О, где я остановился? Я что-то на машинке. Бензина нет, баб нет. Вообще нихуя нет. Так, давайте вспомним, что у меня есть. Вообще нихуя нет. Забрать. Горит. Да ну нахуй. Обосрись и сдохни. Хватит плеть, размазня! Грязь, да? У меня все припасы полные, типа. Чего больше не понял? О! Кончились. Слышал по звуку, что свиножматка еще одна бродит. Ух ты ж, блядь. Кто нахер, откуда?
ракетка летит. Все, сектор чист. Че, кого-нибудь поуменьшаем? Где ты там? Ну, дю-дю-дю-дю-дю-дю. На помощь, на помощь! Да, Дюк веселится. Сейчас мы тут, блядь, устроим Вторую мировую. У нас, походу, третья, блядь, мировая. Всех расхуячим. Дело нам через крышу, да? Ух, е! Нихуя, да? Тут в городе просто ужас! Что творится? Я рад, что ты в безопасности на мосту! Ладно, звякни своему отцу! Я тебе перезвоню, наверное! Да, походу, его жену то никому не перезвонит. Там мы взяли то, что нам нужно. Сохранялка сработала. Ох, дюх, все, отдыхалочки-то. Воу-воу-воу, ураганчик тут. Не стыд. Погнали. Опа-на. Так, пробила, да, по-моему? Ага, все, понял, как он дозывать. Но не играл в дикотом. Ох, ёпта мать! Летим? Не летим. Летим, бля. Ох-ох-ох. Блять, а тут-то как? А, ну все. Значит, так и надо было. А там не мог он упасть, значит. Вы еще как пизданулись. Погнали. А куда ехать? Такого бигфута-то не хватает у нас в городе. Я бы чиновника, сука, им подавил бы. Чиновники, депутаты. А депутаты, а морды жирненькие. А сырой земля, все будут смирные. Бум. Бум, шакалака, бум. Брум-брум-брум-брум-брум-брум. Я сказал, вперед! Дюк, ты... Ч
что будет? Не можешь заехать, что ли? Что-то там шмалять пытался. Кабанчик. Зовите меня Франкенштейн. Нормально. Все, я понял, нам понял. Ой, че? Покупались тут, да вы? Грязючки-то. Любите хрюшку свою? Грязючку. Вот она поговорка, свинья грязи, свинья найдет. Ничего, я вылезти не могу. Так что, в этот домик забежать. Просто. Смотри, может что-нибудь там есть. Там же просто никогда туда не заходил. Интересно, тут есть. Как ярко все. О, пивас есть. Новые железки. Со старыми дырками. Так, санитар все пытаюсь открыть. Уменьшитель тут не так важен. Уменьшителем, блядь. Когда перестрелки, этот уменьшитель не нахрен не напал. Сейчас мы, блядь, развернемся. Угу. Дун-дун-дун-дун-дун. Ебаный в рот. Поехали, 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 поехали. Я думал, там кто-то стоит, сука. Это кто-то там растет. Уху! Похуй. Сейчас по-любому что-нибудь настроят. Надо все сломать. Что, не рушится, что ли? А? Чтоб никто, блин, тут ходить не смог, никто стоял. Надо, чтобы это мне потом не пригодилось. Да, походу, делаю я. Ебан. Зря я сломал, короче, нахуй. Ну, блядь. Где наши не выживали? За победу! Буду. Мы победим! Ну все, блядь, победим. Так, опять бензин кончился. Твою ж медь. Бои тут. Вестерн, блядь.
Точка красная. Я твоя ягода. Он кончился. Во-во-во-во-во. Ну что, какие, а? Нехорошие дядечки. Думаете, да? Он довизжался уже, походил. Да, там кто-то кромсает. Требую хлеба к салу. Да, бля. Согласен с тобой, Юг. Сала, дохуя что-то стало. Горы сала, тонны сала, как меня это достало. Сны и сала, дни и сала, это мне судьба послала. Сука, замурована, да? Ну чё, мы вот так пойдем. Нашелся же мне, блядь. Последний герой боевика, еб твою мать. А ты пощай полетает. Во-во-во. Вот это замес. Нормально так. Там еще вверху сидишь. Чуть нихуя не дюк не хотят писать. Вау, тут и граната. Не решил вообще гранатами закидать, я говню. Ау, бежим, бежим, бежим. Ну да, да, да. Ой, блядь, да? А со свиньями не еб... Ох ты ж, блядь. Кабанщика не завалили, но заебали. О, там еще second down. Вообще, блин. Бля, закатали. Ходила на ту сразу же съебывать. Она подрезал. Ха-ха.
Где ты, жирная шматка? Иди сюда. Ко мне, шматка. Скопытился. Так въебало бы тебе нассать. Вот так вот, блядь. С каждым фашистом может быть. Так, надо патроны пойти собрать везде. Это мы отлично тут похозяйничали, а? Толстячочек, блядь. Тут еще две бочки осталось красных. Сейчас мне сюда надо походить. Нихера. Походил, она так перепрыгивает. Еб твою медь. Зацепиться, блин. Отлично. Так, походу я лесенку пустил. О, снайперка. Зипцом. Можно эту херню сюда повернуть. Штыш. Ах, идёк, не тушься. Только как мышь еще ничего. Блядь, забирай весь нахер, чтоб потом, блядь, с запасом был. Где еще? Ты мне еще похрюкай, блядь. Ух ты ж, блядь. Сколько жести отбивных-то? Бедет меня, бедет. Я хотел к бочке заманить. Сука, не получилось. Дробаш у меня полный. Блять, у меня все полное. И мы бензинчика.
выпьем. 92-го. Ну, лучше, конечно, 95-го. Это, блядь. Кто ж такие, сука, ворота мелкие придумал? Не для нас. Я ж перелетел. Да. Фонарик хочу взорвать. Бум. Ладно, ребят, всем спасибо за просмотр. Вы были на канале Нефрайт 987. С вами был Неф. Не забываем ставить любо. Тем, кто не подписался на мой канал, обязательно подписываться. Ну и, конечно же, оставляйте ваши комментарии под данным видео. И вступайте в наши группы. Наши 90-е и ПК-59. А всем до новых встреч. Пока-пока. Let's rock.